Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем играть с Балди в реальной жизни, которого я заказала на сайте Darknet. А перед началом не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк. Ну а теперь начинаем. Итак, ребята, многие из вас играли в игру Балди, и в принципе мистический квест описывал условия игры, практически идентичные с игрой, в которую вы все многие играли. Если вы играли, напишите, пожалуйста, это в комментариях. Итак, Балди прямо сейчас стоял перед нами, и вы все его видели. Он оставил первую подсказку, по которой мы будем искать 7 тетрадей. Мы должны их найти настолько быстро, чтобы учитель Балди не замочил нас своей линейкой, чтобы он нас не поймал. Мы не должны бегать по коридору, мы не должны также шуметь. И прямо сейчас мы направляемся за первой подсказкой, которая оставлена в первом конверте. Итак, первая подсказка – это QR-код, который мы сейчас прочитаем. И дальше мы будем действовать последовательно. Вторая, третья, четвертая, пятая и так далее, все остальные комнаты. Что там за подсказка? Сейчас я включаю QR-код, который сгенерирует то, что нам оставил Балди. Итак, это слово полотенце. Ребята, первая подсказка – это полотенце. Полотенца обычно у нас хранятся на кухне. И видите, последовательность этого квеста нарушена, потому что первая подсказка должна быть, была во второй двери. Но получается, что у нас подсказка в третьей двери. Я не знаю, для чего это все запутано. Видимо, организаторы плохо организовывают свои игры. Поэтому направляемся сначала в третью комнату, где мы находим вторую подсказку. Нам нужно искать полотенце, ребят. Нужно найти полотенце, и вот оно, полотенце. Да, есть. Здесь у нас первая тетрадка. Ребята, садимся и смотрим, что в этой тетрадке. Обычно тут должны быть какие-то задания. Итак, нам нужно решить 3 примера. Итак, 8 плюс 8. Это нужно сделать быстро, в течение нескольких секунд. 8 плюс 8, ребята. 16. Дим, давай, помогай. Я вообще 0. 16. Итак, 9 плюс 7. Опять 16, это что-то странное какое-то. 6 плюс 2, 8. Я надеюсь, что это было правильно и нам засчитался ответ. Что, в чем смысл? Где следующая подсказка? Я не знаю, должно что-то... Так, окей, здесь QR-код на следующей странице. После того, как мы решили все три примера, у нас появляется доступ к QR-коду, к следующей подсказке. Итак, следующая подсказка у нас. Сейчас мы ее просканируем. Это слово аквариум. Аквариум, ребята, мы должны искать аквариум. Аквариум в моем доме находится наверху. Итак, это вторая тетрадка. Вторая тетрадка от Балди. Тетрадка находится на аквариуме. Мы быстро находим уже вторую тетрадку. Сейчас мы будем решать новые задачи от Балди. Итак, я поняла, в чем суть. В этой тетрадке было сложение, здесь умножение. С умножением у меня достаточно туго. 3×5, я не знаю, 15, отлично. Итак, 15 на 3, это уже сложнее. 3×5, 15. 45, отлично, да, ты мне помог. 45 на 2, 5 и 2, 10. 90. 5 и 2 – 90. 5 на 2 – 10. Я считаю 5 и 2 – 10 единиц, 4 на 2 – 8, 90. Я считаю столбиком, я не умею по-другому. Так, теперь мы имеем право на то, чтобы воспользоваться подсказкой, следующей подсказкой. Итак, ребята, на мистический квест нам определено всего лишь 10 минут. В течение этого времени мы должны его пройти. Если мы не пройдем или вдруг Балди нас замочит, то все, игра будет закончена и у нас будет какое-то наказание. Так, батарея. Это слово батарея. Я так понимаю, что теперь нужно искать где-то батареи. Посмотрим. Так. Ага, отлично. Походу, я нашла третью тетрадь Балди. Вот она, ребята. Тетради раскиданы по всей...
по всей квартире просто. Их целых 7 штук, и все 7 мы должны найти в течение 10 минут и решить все задачи, которые нам загадал Балди. Итак, третья тетрадь. Здесь вычитание, примерно вычитание. 50 минус 100 минус 50. 0 минус 1 минус 1. 0 минус 1 минус 1? Да. Отлично. Минус 3 минус 7. Блин, это сложно вообще. Я... Минус 3 минус 7. Что это? Минус 3 минус 7 минус 4? Минус 3 минус 7 минус... Минус 7. Минус 3, минус 7. Быстрее, быстрее! Слушай, наверное, может минус 10 будет? Пишем минус 10, других вариантов нет. Итак, минус 10. Окей, у нас есть доступ к следующей подсказке. А здесь должен быть еще QR-код. Его нет? Что за чертовщина? Подсказки нет. Нет подсказки, время идет. Ищи быстрее. Есть, я нашла. Итак. QR-код со следующим словом. Смотрим, что здесь. Сканируем. Аудиоколонка. Итак, ребята, в срочном порядке мы ищем, где у нас... Ты слышишь этот звук? Это Балди стучит линейкой. Мы ответили на все вопросы. Он исчез, он что-то оставил. Смотри, он бросил линейку. Он бросил линейку. Здесь какая-то бумага. Номер 1. Обычная деревянная линейка. Здесь... Глаз. Здесь глаз. Что это означает? Не знаю, давай с этим разберемся потом. Для начала нам нужно отыскать все 7 тетрадей. Оставим это. Надо аудиоколонку искать. В этой комнате, в комнате номер 2, Дима решает, что здесь есть аудиоколонка. Аудиоколонка, как она выглядит? Она встроена в ноутбук или как? Погоди, я что-то вижу. Вот это имеется в виду аудиоколонка, это? Слушай, может где-то... Есть, ребята, я нашла. Я нашла четвертую тетрадь. Итак, смотрим, что здесь за задание. Ого! Ребята, это что-то новенькое. Здесь уже какие-то вопросы и тетрадь, как по русскому языку. Итак, ладно, давайте быстро решать. Укажите время выделенного глагола. Вывела медведица своих медвежат в лес. Настоящее, будущее, прошедшее. Нужно отметить. Вывела. Вывела. Это уже, скорее всего, прошедшее. Она же их уже вывела. Ответ вывела. Укажите. Так. В лесной темноте... Хорошо видят рыси глаза. Рыси глаза видят сейчас, на данный момент. Скорее всего, это настоящие, да? Видят глаза. Видят. В лесной темноте хорошо видят рыси глаза. Настоящие. Итак, настоящее мы отмечаем. Так, укажите время. Так. Побегами молодой травы, голубыми и белыми подснежниками покроются лесные полянки. Покроются. Это будущее, они еще только покроются. Будущее. Итак, мы слышим сигнал. У нас есть доступ к следующему QR-коду, к следующей подсказке. И это была четвертая тетрадь. У нас вот QR-код. И нам еще 3 тетради, ребят. Итак, делаем, сканируем этот QR-код. Что там за подсказка? Подожди, не знаю. Погоди, навожу. Итак, смотрим. Это слово принцесса. Принцесса. Мы должны искать какую-то принцессу. Принцессу, Дим. Нам нужна принцесса. Принцесса. И там будет пятая тетрадь. Принцесса. Смотри. Смотри, здесь разные принцессы. Возможно, здесь что-то спрятано. Да. Здесь. Нашла? Да, я нашла тетрадь. Но я не могу ее никак достать. Не могу достать. Это сложно. Но я ее нащупала. Есть. Еще одна тетрадь. И она также по-русскому. Здесь продолжение заданий. Также 3. Время выделенного глагола. Скоро выведутся на болоте длинноногие неуклюжие журавлята. Скоро выведутся. Это что? Будущее. Выведутся еще. Будущее. Окей, будущее.
ставим. Угу. Так, уже надулись на деревьях душистые клейкие почки. Уже надулись. Прошедшие. Уже надулись? Они уже надулись. Уже прошедшее, уже прошло. Ага, отлично. Итак, на этой охоте произошло со мной странное приключение. На какой глагол? Уже произошло, произошло. На этой охоте произошло. Прошедшее. Со мной на этой охоте уже прошедшее ставим. Итак, мы слышим звук, ребята. Все ответы верные. Ищем QR-код. Следующая подсказка. Ну что, есть? Да, нашла. Сейчас буду сканировать. Итак, где искать следующую тетрадь? Лягушка. Следующая тетрадь должна быть в лягушке. Нам нужна лягушка. Лягушка. Я не знаю, какая это лягушка. В какой комнате? В каждой комнате по три тетрадки. Нам нужна лягушка. Итак, я что-то вижу. Я вижу здесь лягушку. Вот она, лягушка. А где тетрадь? Смотри под лягушкой. Нет, под лягушкой. А там? А есть. Еще одна тетрадь. Итак, это тоже задание по русскому. Это продолжение. Итак, отвечаем. Получается уже шестая тетрадь. Отвечаем на вопросы. Я так понимаю, что мы ответили на три вопроса по математике. У нас была первая подсказка. Я даже понятия не имею, что это такое. Сейчас мы отвечаем на третью тетрадь. Должен появиться Балди. Я так думаю, что он должен дать еще одну подсказку. Итак, отвечаем. Спрятался в норе под корягой быстрый хорек. Спрятался. Он уже спрятался. Значит, это прошедшее. Или он сейчас... А, нет, это прячется. Прошедшее. Значит, он уже спрятался. Прошедшее время. У освещенной солнцем старой сосны резвятся веселые проказницы белки. Резвятся они сейчас, это настоящие. Настоящие, да. Настоящие, отмечаем. Итак, душистой смолой пахнет бор. Пахнет, он сейчас же пахнет, да, правильно? Нет, пахнет бор, он сейчас, это настоящее. Итак, мы слышим сигнал, значит, у нас есть доступ к QR-коду. Нам нужен QR-код здесь. Итак, вот подсказка, где найти следующую тетрадь. Итак, сканирую. Погоди, я неправильно сканирую. Люстра. Это люстра. Значит, что это? Что это за звук? Смотри, это Балди стучит линейкой. Линейка на полу. Это линейка. Балди оставил линейку. Это вторая подсказка. Но я до сих пор не понимаю, что это здесь за подсказки. Что здесь? Вторая подсказка. Человек. Какой-то человек бегущий. Я не знаю, что это значит. Ладно, пока оставим эти подсказки. Итак, это вторая подсказка. Вторая подсказка. Один и два. Оставим пока эти линейки здесь. Так, нам нужно искать сейчас что-то по люстрам. В люстрах смотрим. Сколько у нас люстр? Я не знаю. Это не считается люстра, это лампа. Люстра вот здесь, в этой комнате. Ничего нет. Тут еще люстра. Она тоже, по-моему, здесь ничего нет. Еще осталась у нас комната под номером 4. Посмотрим здесь. Здесь люстра. Есть что-нибудь? Да, есть. Последняя тетрадь. Тетрадь номер 7. Итак, это седьмая тетрадь. Что там может быть? Не знаю, что здесь за задание. Что за задание в этой тетради? Последняя тетрадь. Потом будем разбираться с этим. Здесь деление. 21 на 3. Быстро. 7? 7. Итак, 100 на 25. 4. 4. 81 на 9. 81 на 9. Давай, быстрее помогай. 9. 9. 9. 9. 9. Отлично. Опять звук линейки. Третья линейка. Что на? Балди оставляет какие-то линейки, на них какие-то подсказки. Понятия не имею, что это такое. Так, первая линейка. Погоди. Это что? Это что, гора? Погоди, они пронумерованы. 1, 2, 3. Погоди, а вот этот знак, мне кажется,
Подожди, мне кажется, что... Итак, здесь запятая, здесь. Получается, в слове «глаз» мы что делаем? Берем две средние буквы и пишем их задом наперед. Хорошо. А-Л, вторая. Что это означает? Слушай, это человек какой-то бегущий. Он бегущий. Значит, человек? Нет. Значит, это действие, бег. Он тоже перевернут. Значит, что, наоборот, геф. Пишем. Буква. Получается, от первой загадки. А-Л. А-Л. Дальше что? Геб. 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 Что это? Геб. Ал-геб. И что это? Это что? Гора. Две точки убирает. О. Го. Ра. Ал-геб. Ра. Алгебра. Балди. Это слово алгебра. Ребят, Балди исчез, значит, мы прошли этот мистический квест и победили игру в Балди. Если вам понравилась игра в реальной жизни вместе с Балди и другими персонажами, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч в новых мистических квестах. Пока!